Юные изобретатели починили раритетный немецкий велосипед. Называется он «Диамант». Велобайк единственный в Украине. Побывала в небольшой мастерской и узнала все подробности наша Дарья Сметанка. Магнат клапан чуть-чуть открути. В этой крошечной мастерской полным ходом идет ремонт велосипеда «Ардис». Богдан и Кирилл собрали его из 4 старых двухколесных. Для этого им понадобилось всего 2 дня. Рама, это основа, вилка с другого велосипеда, колеса с третьего, педали с 4-го. Детали для сборки новых велосипедов ребятам приносят одесситы. Те байки, что починили, дают покататься детям из фонда «Дорога к дому». В кружке занимаются 5 человек. Знания, полученные здесь, Богдан применяет вовсю. Можно колесо пробить. Я, допустим, знаю, как его залатать. Знаю, что где и когда подкрутить. За 3 года ребята собрали уже больше 10 велосипедов. Один из них – немецкий «Диамант». Это раритетный для Украины двухколесный. Весит он аж 20 килограммов. Велосипед приблизительно 1941 года выпуска. Что еще в нем интересно, так это то, что во втулках это специально туда шприц вставляется, чтобы смазывать втулку изнутри. Чтобы велосипед поехал, ребятам нужна одна деталь – гайка. Ее тяжело найти в Украине, но можно сделать самим – на токарном станке. Его у ребят нет. Плюс ко всему, другие инструменты в мастерской изрядно износились. Поэтому ребята разместили заявку на краунфандинговой платформе. Мы пытаемся создать образовательное пространство, которое будет объединять наставников. Наставников – это людей, которые владеют каким-то искусством, мастерством и желают передать это свое мастерство детям. Это будет как такой политехнический коворкинг. Их цель – собрать 42 тысячи гривен. У ребят осталось еще 50 дней. Дарья Сметанка, Виталий Прос, Думская ТВ.